Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю найближче 35 хвилин. Говоримо на дві ключові теми. Передусім про вибори президента у Сполучених Штатах. І друга тема вже стосується України. Зокрема, саме Одеської області. Сьогодні з'явилася інформація, що Кабмін погодив звільнення голови Одеської ОДА Максима Куцого. Ось так. Гості студії Артем Рудомьоткін, політолог, вітаю вас, та Олександр Коваленко, військовий оглядач, вітаю вас, панове. Розпочинаємо з виборчого процесу, за яким слідкує увесь світ. Ставлять, можна сказати, ставки, роблять прогнози, хто ж переможе, Байден чи Дональд Трамп. Час від часу ми будемо показувати інтерактивну мапу виборів у Сполучених Штатах. На даний момент лідирує Байден, але відрив від Дональда Трампа невеликий, все ще може змінитися. Панове. Ну, на самом деле, действительно, сейчас отрыв не очень сильно большой. Там, если я правильно помню, последние цифры, это было 2,8 миллиона, Байден впереди. Но при этом мы прекрасно помним, как в 2016 году Клинтон его опережала на 2,8 миллиона. И как результат, все равно Трамп победил. Сейчас основная борьба идет в этих стабильно неопределившихся штатах, и вот от того, какие результаты будут там, и будет, по сути, зависеть, кто будет следующим президентом оплота мировой демократии. Що цікаво, Трамп вже виступив і повідомив, що саме він переміг на цих виборах, і Фейсбук, і Твіттер визнали це фейком. Ну, каждый из них уже выступал и делал заявление о том, что они победили. Я думаю, что итоговый результат будет приблизительно у них одинаковый, с небольшим отрывом, кто-то из них победит, ну, понятное дело, в конечном итоге. Но как раз вот из-за того, что этот отрыв будет между ними небольшой, они сейчас могут находиться как раз в той ситуации, когда они понимают, что они уже, в принципе, победили. Я больше чем уверен, что каждый из них, каждый из штабов вел параллельный подсчет, и у них есть, да, как минимум итоговые предварительные данные того, какие результаты у них будут. Ось ми, власне, зараз і бачимо інтерактивну мапу президентських виборів у Сполучених Штатах. Лідирує Байден 224, у Трампа 213. Але, знову ж таки, наголошую на тому, все ще може змінитися. Ще не усіх штатах порахували ось ці голоси. І, здається, ще не вносило до цього показника поштове голосування. Фахівці кажуть, що там все ж таки більше віддало свою перемогу, віддало свої голоси саме за Байдена. Вполне возможно, я не исключаю того, что большая часть, мы даже с самого начала, как только победил Трамп, мы можем прекрасно помнить, какие были сразу же протесты, как против него пошли. И, в принципе, вся его каденция знаменовалась чередой скандалов, громких достаточно заявлений, от которых потом у большей половины мира, наверное, появилось несколько дополнительных седых волосков на голове. Навіть зараз відбуваються протести у Сполучених Штатах на фоні виборчого процесу. Олександр. Ну, в принципе, даже если говорить о каких-то прогнозах, это дело неблагодарное, как правильно было отмечено. Действительно, в последнюю минуту все может измениться. 2016 год это прекрасно показало, и не только 2016 год, когда все были уверены в победе Хиллари Клинтон, и в результате победил Дональд Трамп. Так же самое... Украинские политики были тогда впевнені в перемозі Клинтона и масса витали. Лишняя спешка в данном случае неуместна. Ну и опять же, это традиционно, когда в достаточно нервозной обстановке проходит подсчет голосов. Вспомнить хотя бы президентскую гонку, в ходе которой Джордж Буш-младший стал президентом, да, и так далее. Это традиционное явление для Соединенных Штатов, когда все решается, в принципе, как знаете, в таком каком-то экшен-боевике. В последнюю минуту перерезается красный проводок или зеленый, либо синий, там без разницы, но все же бомба останавливается за 2-3 секунды или за 1 секунду до взрыва. Счетчик бомбы.
Так, таким образом, и выборы в Соединенных Штатах – это абсолютно непредсказуемое явление. Однако хочу отметить, что нынешний избирательный процесс, он уже в Соединенных Штатах отметился рядом очень высоких показателей. Прежде всего, это самый высокий показатель по явке избирателей с 1990 года – более 66%. Если я даже не ошибаюсь, там уже даже больше 67% получается. Это действительно рекордные показатели для кандидата Демократической партии по количеству проголосовавших за него избирателей. То есть Джо Байден, он превысил показатель Хиллари Клинтон 2016 года и даже Барака Обамы 2008 года. Аналогично и с Дональдом Трампом. Показатели голосов, отданных за него в ходе этой избирательной кампании, этих выборов уже превысили его показатель 2016 года. Поэтому, как бы дальше ни сложилась ситуация с нынешними выборами, они уже, можно сказать, являются чем-то таким неординарным за последние, ну, скажем так, лет 20. І що цікаво, Байден не один раз давав зрозуміти, якщо результати будуть десь там нічийними, то одразу вони визнають, що відбулися фальсифікації. Я б удивився, якщо б любой політичний діятель при рівності результатів або при своєму програші просто б вийшов би і сказав, да, ми проіграли, таке буває. У них, ну, наверное, во всех штабах, наверное, там темник написан, что если проигрываешь, вини в фальсификации. В любом случае фальсификации есть. На любых выборах действующие власти всегда пытаются теми или иными способами удержать свой результат. Но, опять же, весь вопрос в том, насколько большой этот процент и насколько большой отрыв между ними. Если между ними будет, и, ну, как я уже говорил, отрыв достаточно маленький, то да, здесь не исключен вариант того, что вот там могли сработать какие-то фальсификации, и тут может уже дальше возникать вопрос к правоохранительной системе США. А как оно будет, я не знаю, потому что, по большому счету, для Украины, к сожалению, ровным счетом ничего не поменяется. От выборов, кто бы там ни пришел к власти, Украина как останется Украиной, так как была Украина, так и останется. Це дуже цікавий момент, ми його торкнемось трохи пізніше. Давайте зараз перенесемось до Нью-Йорку і почуємо відеозв'язком Олексія Прокопенка, це член Ради директорів Разом for Ukraine. Олексій, вітаємо вас. Вітаю студію, вітаю Одесу, вітаю Україну. Як виявляється, не тільки Україну колотить в виборчих процесах, а й Сполучені Штати також. І ці паралелі прослідковуються вже досить часто і досить давно в будь-яких політичних процесах. А що хотілося б зазначити, що ця ніч була хвилюючою для усіх американських, для всього американського народу. І станом на 10-ту годину напруга зростає з кожною хвилиною, тому що підрахунок голосів триває. Станом на цю годину лідирує демократ Джо Байден, який має перевагу в декілька електоральних голосів, але Дональд Трамп, діючий президент, також не здає позиції, тому що не пораховані ще ті штати, де, як правило, республіканці отримують перемогу. Що стосується конкретно по штатам, то лишаються такі штати, як їх в американці називають штати-гойдалки, які кожного разу на виборах показують різний результат. І єдиний штат Пенсильванія, на якого сьогодні прикута вся увага, це орієнтовно який має, ну, це штат, який залишився з найбільшою кількістю електоральних голосів. Тобто для того, щоб зрозуміти, сьогодні, зараз триває, ну, надзвичайно серйозна боротьба за цей штат, і підрахунок голосів досить ретельний. Що стосується офіційних результатів, вони будуть трошки згодом. Цього року це може затягнутися на декілька днів на цих виборах, тому що ковід вніс свої корективи у всі процеси, в тому числі і виборчі, і оскільки люди голосували попередньо і поштою голосували, то це ускладнює підрахунок голосів. Що стосується особливостей цих виборів і особливостей голосування, то я хотів би сказати, що такий от, наприклад, момент, що оці п'ять питань, які
ну, от які в Україні відбулись, питали під час місцевих виборів, можна сказати, що в Америці це є традиція, тому що кожен штат під час кожних президентських виборів задає в принципі аналогічні питання своїм громадянам. Наприклад, в цьому році штат Нью-Джерсі легалізував таким чином марихуану. Тобто це було одне із трьох питань, які задавали під час виборів. Тільки це робиться на зворотній частині бюлетені. Тобто я можу уявити, що українці підгладіли таку гарну традицію питати своїх громадян про якісь питання, які хвилюють суспільство. Що стосується голосування поштою і попередніх голосувань, це головна особливість цих виборів, то я би хотів зауважити, що от голосування поштою і попереднє голосування, воно унеможливлює, воно зменшує вплив третіх сторін, третіх країн, наприклад, у втручання в результати цих виборів. І це, на мій погляд, коли електронна система мінімізована, підрахунок стає більш об'єктивнішим, на мій погляд. Що стосується традицій, то, як ви знаєте, американці, взагалі вибори в Америці, президента, це завжди якби традиційно починається з перегляду сімейних дебатів, потім це саме голосування, це самий цікавий процес, і третє, на завершення, це, тобто, люди намагаються відвідати інаугурацію діючого президента. Що стосується двох кандидатів, Трампа і Байдена, то вони боролися, це боротьба була не на життя, а на смерть, як то кажуть, це досить серйозна, і за кожен штат буквально просто вгризалися в своїх виборців і намагалися перехилити їх на свою сторону. Я нещодавно був в штаті Пенсильванія, який є дуже важливим і для республіканців, і для демократів, і просто був здивований великою кількістю мітингованих груп, які мітингували майже на кожному кроці або за Трампа, або за Байдена. Єдина відмінність в тому, що Трамп організовував великі мітинги, за що Байден його постійно критикував в тому, що це є небезпечно для життя громадян під час пандемії. Що хотів би сказати, що насправді я підтримую те, що сказав гість в студії, що для України мало що зміниться, але не тому, що Україна нікому не цікава. Україна досить цікава країна, і з геополітичної точки зору є стратегічною для Сполучених Штатів. І я хотів би зауважити, так само, як казав сьогодні вашим колегам, що Україна сильна в США не тому, що її хтось підтримує, а тому, що тут дуже сильна одна з найвпливовіших діаспор у світі. Олексій, дуже вам дякуємо за цікаву розлогу інформацію. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії на 7-му телеканалі. Олексій Прокопенко, член Ради директорів «Разом for Ukraine», був з нами відеозв'язком з Нью-Йорку і розповів про останні хіти голосування у Сполучених Штатах. Стосовно того, який з кандидатів буде найбільш вигідний для нашої країни, багато хто вважає Джо Байдена великим другом для України. Хоча, знову ж таки, багато з фахівців кажуть, що Трамп з-поміж усіх інших президентів Сполучених Штатів був найбільш жорстким до Росії. Якщо говорити моє мнение, хто із них двоїх буде більш лоялен, більш дружелюбен к Україні, наверное, лучше самих и дружелюбнее самих украинцев к самим к нам никто не будет. Потому что, как бы там ни было, правильно Алексей заметил, что Украина очень интересна в геополитическом плане. И любое взаимодействие с Украиной будет рассматриваться и сводиться только с точки зрения ее геополитического размещения. Ни больше, ни меньше. Украина не является, к сожалению, на данный момент субъектом мировой политики. Она является объектом, полем для испытаний различных технологий, экспериментов, чего угодно, но ни в коем образом не субъектом. Потому что экономика достаточно слабая, мы живем за счет кредитов, и поэтому мы не можем диктовать свои условия. В том плане, кто из кандидатов будущих президентов США будет использовать Украину в своих целях более жестко или более лояльно, здесь сложно сказать. Чи можно сказать, что тема Украины є токсичною для обоих кандидатов? Я бы не сказал так, потому что история с возбуждением уголовного дела против там Байдена,
по Бурісмі і так далі, і тому подобное, вона вже ушла достатньо далеко назад, і про неї вже більшість людей забули. Тому що, как бы, у нас год такой, что у нас каждый день происходит что-то новое. Там либо леса горят, либо новая вспышка коронавируса. И... Я маю на увазі, що десь, можливо, треба налагоджувати стосунки з Сполученим Штатом, з Росією. Але українська тема не дає змоги цього зробити. Вони не зможуть налаживати взаємоотношення між собою по одній простій причині, тому що Америка претендує і є, да, мировим гегемоном. На що претендує точно так же Росія? Невозможно им между собой вот найти какие-то точки соприкосновения, пока не будет другого, более опасного для их обоих врага. Да? Вот в какой-то момент это появилось вот, то же самое исламское государство, где Америка и Россия ситуативно смогли в какой-то момент объединиться в борьбе против них. Все. Олександр, ви погоджуєтеся з тим, що Трамп згадував про Україну лише тоді, коли треба було десь притиснути Росію? Ну, в целом, если уже на то пошло и говорить о Трампе и Байдене как наиболее дружелюбных одного из этих кандидатов к нашей стране, хотелось бы отметить, что в принципе, как таковой, не президент многое решает, а его окружение. Именно благодаря окружению достигается принятие тех или иных решений по отношению к той или иной стране. Ну, в том числе это окружение подразумевается и как представители такого костяка в Капитолии и так далее, так и в окружении Белого дома рядом с президентом, хозяином овального кабинета, назовем его так. Поскольку, напомню, что когда Дональд Трамп победил на выборах в 2016 году, то действительно это для многих стало шоком, поскольку от этого президента, во-первых, звучало очень много достаточно лестных и дружелюбных речей в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина. Ця риторика змінилась після перемоги. Вот, да. А также, помимо всего прочего, многие как бы и надеялись на то, что Хиллари Клинтон значительно усилит давление на Российскую Федерацию с приходом, да, и вот как бы такой, грубо говоря, такое фиаско ожиданий. А в результате что мы получили? Да, риторика периодически это сохранялась, и иногда некоторые фразы Дональда Трампа, они вводили в заблуждение многих экспертов. Однако за первый год своего президентства он ввел против Российской Федерации, подписал, кстати, санкции, которые были значительно жестче, нежели санкции за период президентства Барака Обамы в 2014-2015 году. В общем, я говорю, в смысле, только за первый год. А второй момент. Именно при президентстве Дональда Трампа Украина получила высокотехнологичное летальное оружие, которое она не получала при Бараке Обаме. И в данном случае я имею, в частности, в том числе и противотанковые ракетные комплексы «Джевелин». И так далее. Можно перечислять до бесконечности. То есть, казалось бы, человек вроде бы как дружелюбно и лояльно относится к потенциальному врагу Украины, но тем не менее Украина при президентстве Дональда Трампа получала от США достаточно серьезную поддержку на протяжении всех этих лет. Але ж Байден обіцяв у разі перемоги збільшити ось цю військову підтримку. Ну, обещать можно все что угодно. Давайте говорить напрямую. Я не знаю того кандидата президента, который бы выполнял все 100% своих обещаний, да, было бы, конечно, неплохо, если бы, допустим, Джо Байден, станет он президентом, о чем мы узнаем в ближайшие, я думаю, 48 часов, вот, а не часы даже, а 48 часов, судя по всему, он действительно значительно увеличит поддержку Украины. Безусловно, это было бы замечательно. Но пока что я и скажу от того, что имею на руках, а именно непосредственно те данные, те достижения, которые были сделаны за президентство Трампа. А кто знает, может быть, при втором сроке Дональда Трампа он решит значительно увеличить прессинг Российской Федерации, особенно на тех площадках, где сталкиваются интересы Соединенных Штатов и России не только на геополитическом формате, вот именно, как плацдарм соперничества именно политического, но еще и, помимо всего прочего, экономического. Опять же, сырье, газ, нефть и так далее. И знову ж таки, той же Байден обіцяв, що в разі перемоги він припинить вогонь на Донбасі, допоможе Україні боротися з корупцією. Ну, мне просто интересно, каким образом Джо Байден будет прекращать огонь на Донбассе,
А если в первую очередь это решение зависит от непосредственно оккупационных сил, которые там находятся и которые регулярно дестабилизируют обстановку, и они идут на переговорный процесс, чтобы как-то он двигался дальше. Поэтому давление США за последние 6 лет войны на Донбассе, в том числе еще и напомню про оккупацию полуострова Крым, Соединенные Штаты смогли в определенной степени, благодаря санкциям и ограничениям, обескровить и в каком-то смысле даже повесить на Российскую Федерацию шаблон страны изгоя. Но, с другой стороны, это давление помогло в какой-то степени обескровить финансовую систему страны реваншиста, но не остановить само кровопролитие. Давайте знову перенесемося до Сполучених Штатів. З нами відеозв'язком журналістка Тетяна Донецька. Пані Тетяно, ми вас вітаємо. Добрий вечір. Я слухаю ваш вопрос, касаючи виборів. Я тільки можу сказати ситуацію на сьогоднішній момент, в дану секунду. Поки по підсчетам колеги виборщиків лідирує Байден. У нього 224 голоса. У Дональда Трампа пока что 213. Но это все может поменяться, потому что здесь подсчеты не закончены, и им пока конца и края нет, как говорится. Поэтому задавайте вопрос, я буду отвечать, потому что, к сожалению, я не слышала до этого, о чем шла речь, поэтому я жду вопросов. Так, а скажите, будь ласка, чи врахували вже голоси, віддані поштою? Вот именно сейчас этим занимаются. То есть сейчас только идут подсчеты. То есть сейчас только были именно на избирательных участках в определенных штатах уже подсчитаны голоса. Но именно по почте это как бы очень сложно так быстро это сделать. Это невозможно так быстро сделать. Я думаю, что до конца дня точно будут еще подсчеты. И если все будет в порядке, может быть, к концу, по нашему времени, к концу, может быть, дня, мы наконец-то что-то узнаем. Но пока ситуация такая, я же говорю, пока по подсчетам, по избирательным участкам и по количеству голосов, которые выводятся по коллегии выборщиков, пока лидирует Байден. Я знаю, що вже виступив Дональд Трамп, де начебто визнав себе переможцем. Це так? Ну, есть такое, но это, знаете, по похожей ситуации, я же говорю, что в 2016 году была похожая ситуация, когда по избирательным участкам сначала лидировала Клинтон, а потом оказалось, что победил Трамп. Поэтому, наверное, ему бы хотелось, чтобы он уже сейчас победил. А как это будет, мы узнаем немного позже. Пока на самом деле по спискам оно просто меняется. В каждом штате плюс-минус колеблется ситуация. То есть где-то ведет Джо Байден, где-то ведет Дональд Трамп. Поэтому точно сказать пока никто не может. И щодо фальсифікації... Напряжение растет. Да. Так. Весь світ слідкує за виборами у Сполучених Штатах. Щодо фальсифікації, скажіть, чи були помічені грубі порушення? А поки нет. Нет, грубих каких-то нарушений, нічого поки не зафіксовано. Ось, власне, і сам Трамп критикував поштове голосування, за його словами, це відкриває вікно для фальсифікації. Он критиковал, но на самом деле по статистике есть такая ситуация, что это может быть всего лишь одна ошибка на миллион. То есть понимаете, что это всего лишь там может быть, если там проголосуют около 200 миллионов, это может быть всего лишь 200 голосов. Это совсем незначительная цифра. І ще таке питання, чи дійсно на цих президентських виборах найбільша явка з 96-го року? 90. Да, действительно так. Люди очень отнеслись ответственно к этим выборам, потому что, может быть, это и из-за пандемии тоже. Многие устали, недовольны такой ситуацией, многие остались без работы, поэтому, собственно, и выходят все максимально на избирательные участки и голосуют. Тетяно, дякуємо вам за активну свіжу інформацію. Спасибі, що долучилися до роботи лайв-студії на сьомому телеканалі. Тетяна Донецька, журналістка зі Сполучених Штатів, розповіла нам про останні підсумки голосування. Як бачимо, і досі лідирує Байден, але, як нам її зазначав і Олексій Прокопенко, і Тетяна Донецька, все може змінитися насправді. Може, я думаю, що... Как уже было правильно сказано, напряжение будет сейчас нарастать, и под конец вот
дня уже по времени штатам будут какие-то результаты и будет либо сформирован новый мировой порядок, формироваться новый мировой порядок, либо же продолжаться предыдущий. И щодо ось цього формату поштового голосування, наскільки такий формат може згодом з'явитися в Україні? Чи поки що ні? Ну, здесь спорный момент, потому что многие представители украинского, вот там и политикума, и активисты, они наоборот вот сторонники того, чтобы максимально его сделать электронным, чтобы люди, не выходя из дому, могли проголосовать. Но тот же самый хороший вот пример в Америке, где работает почтовое голосование. Касательно того, что там невозможно сделать, провести фальсификацию или снизить риск фальсификации, в наших реалиях, к сожалению, возможно все, начиная от того, что письмо потерялось, и заканчивая тем, что пришло абсолютно другое письмо на конечном итоге. Поэтому, ну, к сожалению, в нашем случае я больше вот склонен к тому, что у нас должны быть именно вот избирательные участки, куда люди могут прийти, проголосовать. Понятно, что там и так как бы подстраиваются, и важно не то, как только кто как голосует, а кто как считает, да, но так или иначе, по крайней мере, я на данный момент сейчас пока вижу в этом наименьшую возможность для фальсификации элементарно даже тем, что у нас не может в конечном итоге сложиться явка в 103%. Дякую. Олександре, може така практика прожитися в Україні? Ну, честно говоря, я полностью согласен с тем, что у нас могут умудриться фальсифицировать все нововведения, какие только возможно, даже электронный формат в том числе, тем более прекрасно известно, что в 2016 году имело место в тех же самых США масштабное вмешательство в избирательный процесс посредством, опять же, хакерских атак и так далее. То есть киберпреступность в стране не стоит, и опять же Российская Федерация стояла в том числе за подобного рода и атаками на демократическую партию и так далее. А что же до голосования по почте? Ну, давайте в первую очередь отметим то, что в целом сам избирательный процесс в США, он значительно отличается от того, что мы имеем в Украине. И, в принципе, как заведено в основном по миру. Вот. Оно кардинально отличается, там имеется свое отличие, опять же, по штатам, скажем, по дистриктам, что ли, так скажем. Поэтому, возможно, почтовый вариант – это на сегодняшний день, скажем так, для Соединенных Штатов, для этого варианта они как испытательная площадка такой себе, полигон. Если там действительно покажет настолько низкий, вероятность какой-то ошибки, вот опять же, 1 на 1 000 000, это просто потрясающий показатель, действительно. И можно попробовать это интегрировать каким-то образом и в наш избирательный процесс. Но как минимум на тестовом уровне. Це поки що мало віриться, але тим не менше. Можливо, колись і також ми дійдемо до цього. Залишається 7 хвилин. Ще одна дуже цікава, важлива тема, яка вже стосується нашої області. Кабмін погодив звільнення голови Одеської ОДА Максима Куцого за незадовільну роботу. Також сьогодні звільнили ще кількох голів обласних адміністрацій, але нас цікавить саме Одеса. Я знаю, журналісти зв'язувалися вже сьогодні з Максимом Куцим. Він повідомив про те, що для нього ось це рішення стало несподіваним, він не розуміє, чому не задоволені його роботою. Пане Артеме, чи дійсно можна тут десь розділити здивування Максима Куцова, чи все ж таки є за що звільняти? Ну, о том, що його можуть уволити, він може лишитися свого місця, що було, обсуждалось ще до виборів, і це обсуждалось в тому, що він відповідальний за результати виборів, в принципі, по Одесі і по місту, якщо вони будуть невтішительні, то він може уйти на воздух, мягко говоря. Ну, это, в принципе, это можно сказать, что это так и случилось, потому что результаты у правящей партии по Одессе, в принципе, по региону не самые утешительные и далеко не лидирующие, поэтому в какой-то степени это может быть человек, который, да, вот берет все, на которого была возложена вся ответственность, и это сейчас, как это, грубо говоря, результат его деятельности или же бездеятельности по тому или иному вопросу.
Тобто ви тут бачите лише те, що він не забезпечив хороший результат для Зеленського його команди? Я думаю, да, потому что по всем остальным вопросам он практически год находился, да, он был назначен в октябре 2019 года. Але згадайте, чутки про звільнення Максима Куцого почалися ще з весни цього року. Ну вот за этот год, по сути, каких-то вот достижений или скандалов, или чего-то еще не было вообще, и вот его как бы в информационном пространстве в принципе не было. Это, я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Это же таки один скандал гучный був, пов'язаний з Максимом Куцем і з журналісткою одного з телеканалів. Вот сейчас не смогу это вспомнить. Коли Максим Куцей викликав Національну гвардію до себе в кабінет. Було, да, вспомнив этот момент. Ну, как бы это единственный, получается, скандал, да, когда она у него начала спрашивать, он сказал, что это режимный объект. Это единственный момент, когда он засветился в информационном поле. Я сейчас не говорю о том, что... Але хотілося б, очільник області світився в інформаційному полі з ефективністю. Вот я как раз вот и хочу вот сказать, что я сейчас не говорю о том, что губернатор, там, руководитель области, там, глава администрации должен постоянно находиться в информационном поле и там все время что-то вещать, каких-то достижениях или поражениях. Нет, наоборот, если его нет, да, это как бы это хорошо, но опять же, если его нет и ведется работа, это хорошо. Если его нет и никакой работы не ведется или об этой работе неизвестно, ну, как бы тогда возникает вопрос. Я думаю, что нам, одесситам, будет достаточно сложно судить о его деятельности, потому что он больше отвечает за область, но те проекты, которые велись, та же самая Велике будівництво, дороги и все прочее, ну давайте будем говорить честно и давайте будем говорить откровенно. Это продолжение тех проектов, которые были запланированы, но не были реализованы предыдущими. Не проект Максима Куца. Вот, это не его проекты. Ну и как бы это не значит, что он как глава администрации должен предлагать или вносить какие-то свои проекты. Здесь больше вот роль у него должна была сводиться, ну, по моему, да, мнению, к тому, чтобы запустить и привлекать, создавать площадку для того, чтобы в Одесскую область могли идти инвестиции. Это не говорится о том, что вести со всеми переговоры, но разрабатывать план того же самого развития Одесского региона, Одесской области, куда, как он может двигаться. Але згадайте, коли у нас був створений штаб з боротьби з COVID-19, туди увійшли відомі бізнесмени, відомі волонтери, в тому числі Катерина Ножевнікова, і постійно лунала критика на адресу і Максима Куцого в тому, що немає між ним діалогу. Максим Куцый, вот из того, что я знаю по встречам различных вот представителей бизнеса, общественности с ним, он, чтобы это не звучало вот как-то грубо, да, он просто аппаратчик, который выполняет свою работу. У него есть четкая должностная инструкция, он четко по ней идет. И если у него должностная инструкция это не прописано, да, он... Ну, в принципе, этим страдает, наверное, большинство чиновников. Они боятся сделать шаг влево, шаг вправо. И поэтому вот не прописано, да, взаимодействие с общественностью. Я не взаимодействую. Или же здесь мог быть другой вариант. Я же не знаю, что у него творилось в голове, какие у него были мысли. Второй вариант того, что все мы прекрасно знаем, что, к сожалению, да, в какой-то степени, поработав однажды с общественниками, ты сталкиваешься с тем, что эти же общественники потом начинают рассказывать, какой ты плохой. И здесь мог сработать как такое своеобразное инстинкт самосохранения, я лучше буду держаться подальше от этого, и меня это не коснется, да, подальше от проблемы. Но радует другое, то, что когда это происходило, у него не было того, что, как было до у руководителя области или там высокопоставленных чиновников, что они резко уезжали куда-то в командировку или куда-то в отпуск на период всей этой проблемы. Дякую. Александр, разделяете вы такие вот думки, Артема? Ну, давайте попросту вспомним не такой уж далекий 2019 год, что было с предыдущим главой ОГА после президентских выборов. Ну, ситуация практически та же самая, за исключением того, что, в отличие от господина Куцова, господин Степанов регулярно появлялся в эфирах телеканалов, выступал, в том числе открывал спортивные площадки, принимал участие в вышибанковых парадах на Дерибасовске и так далее, и так далее. То есть был достаточно медийно популярным и регулярно отчитывался о своих достижениях. Но неудовлетворительные результаты президентских выборов по области соответствующего кандидата, как вы понимаете, можно сказать, и стали
итогам его пребывания на том посту, на котором он находился. Хотя, как вы помните, это тоже достаточно скандальная история, что он с большим трудом уходил со своего поста. А в данном случае это удивление. Удивление, но я не знаю, что господин Куца действительно удивлен. Я уверен, он заранее знал о этой ситуации, о том, что партия власти проиграла. В принципе, и пора главу ОГА менять. В принципе, опять же, по той же самой причине. Потому что человек данной партии власти, по сути, попросту оказался ответственным за этот провал в области. Вот, в принципе, и все. І банально тут просто ключова інтрига, то, що буде наступником Максима Куцого. Якщо і далі ширити чутки, цією людиною може стати народний депутат України Сергій Колебошин. Сейчас уже обсуждается опять кандидатур, кроме не одна, их уже пять, кроме Колебошина, там же уже обсуждается и Гриневецкий, и Варчук, и еще две фамилии, сейчас уже точно сразу не вспомню. Колебошин вряд ли, потому что, во-первых, он народный депутат, и терять свой штык в парламенте Верховной Рады не есть хорошо. Второе, это если он становится главой ОГА, то должны будут происходить перевыборы по его избирательному округу. И, соответственно, «Слуга народа» должны прекрасно понимать, что на парламентских этих перевыборах по 140-му округу есть большая вероятность того, что они не получат свой мандат и победит представитель какой-то другой партии. Поэтому я бы здесь, вряд ли бы рассматривал вариант Колебошина в качестве губернатора. Хотя у него действительно есть и опыт, и у него есть ресурсы в плане знаний и в плане команды, с которыми он мог бы это реализовывать и взять, опять же, руководство области в свои руки. Но ситуация с Куцом в очередной раз показывает, что первое, позиция главы администрации Одесской области, как у нас любят говорить, там что-то поробое, но с ней никто больше года-двух не продерживался. Это первое. Второе, еще ни разу приезжие, не одесситы, не могли удержаться на этой позиции больше какого-либо года. Если мы вспомним, кто бы ни был, они все продержались год, максимум полтора. Все те, которые приезжали из других регионов. Одесса, она достаточно специфичная. Она не принимает людей сразу же на какие-то руководящие позиции, если они приехали из других регионов. Дякую. Олександр, ваші прогнози, хто стане наступником? В принципе, насчет Колебошина полностью согласен, но я бы не скидывал со счетов, конечно же, Гриневецкого, потому что это достаточно такой мастодон политической арены, назовем так. И между, думаю, этими двумя, скажем так, политическими фигурами будет делаться выбор, на мой взгляд, так. Цікаво, в будь-якому випадку. Ми будемо і далі слідкувати. Поки що Максим Куц нічого не коментував офіційно, я маю на увазі, в Фейсбуці, на своїй сторінці. Будемо чекати пояснень, можливо. Я дякую вам за те, що завітали. Спасибі, Артем Рудомьоткін, Олександр Коваленко були гостями цієї інформаційної години. Мене звати Євген Залтан. Я з вами не прощаюся, буквально за 15 хвилин. До мене на інтерв'ю завітає очільниця КП «Теплопостачання міста Одеси» Анна Познякова. Звичайно, будемо говорити про опалювальний сезон 2020. Якщо у вас є питання, я думаю, вони є, будь ласка, можете дзвонити з 18:20. А далі передаю слово своїй колезі. Олена Крилатова вже готова ознайомити з останніми новинами України та Одеси. Олена, тобі слово. Дякую тобі, Євгеній. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Олена Крилатова. Мої вітання.